Всем привет! Спешу с вами поделиться самыми классными, интересными новинками, которые нашла сегодня в магазине Fix Price. Магазин находится по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр Аврора. Обязательно подписывайтесь на канал и также на мой инстаграм, ссылку на него оставлю в описании. Сидушка на стул, размер 40 на 40 сантиметров. Есть две завязки, они только с одной стороны. Подушка хорошо набитая, объемная, состав наполнителя 100% синтетика. Состав верха 100% хлопок, бязь. Рекомендация по уходу – ручная стирка при температуре 40 градусов. В ассортименте две расцветки, производитель Россия, город Иваново. Цена подушки 199 рублей. Декоративное панно или по-другому интерьерная табличка. Размер 23 на 27 сантиметров. Состав дерева. Фанера березы, фурнитура и картон. Рисунок только с одной стороны. Панно выполнено в форме шестигранника и дополнит интерьер любой кухни. Интерьерные таблички между собой отличаются, есть несколько вариантов. Таблички с рецептами напитков, по которым вы сможете приготовить лимонад, грог или сидр. Мне больше всего понравились таблички в белом цвете с картинками и надписями. И третий вариант – три разные таблички, белая надпись на черном фоне. А примерно так эти таблички будут выглядеть на кухне. Производитель России, город Москва, цена 99 рублей. Брюки детские, спортивные, сверху на резинке. Надпись на одной ноге, еще очень интересно сделаны колени. Ткань мягкая, приятная, состав 100% хлопок, трикотаж. Хочу обратить внимание, что штаны сшиты ровно, швы все ровные и аккуратные. Самый маленький размер подходит на рост ребенка 104 сантиметра, самый большой на рост 128. Скорее всего идут размер в размер, но все-таки стоит мерить. На выбор 5 расцветок, производитель Республика Кыргызстан. Купить такие брюки можно в Fix Price за 249 рублей. Fix Price уже полностью готов к Пасхе. К празднику привезли большое количество интересных, классных товаров. Яйцо стеклянное, декоративное. Шар с блестками, и внутри находится декоративная фигурка. В ассортименте есть курочка и зайчик. Состав полирезин, стекло, вода и пропиленгликоль. Всего 4 варианта. Цена такой декоративной фигурки 99 рублей. Корзинка пасхальная, размер 22 на 16, высота бортика 8 сантиметров. Очень легкая, сделана полностью из бамбука. При сильном нажатии такую корзинку можно легко сломать, поэтому обращаться с ней нужно аккуратнее. Такая корзинка отлично подойдет для декоративных композиций. На выбор 3 расцветки, производитель Китай, цена корзинки 99 рублей. Декорация пасхальная, курочка. Размер фигурки 15 на 18 сантиметров. Сделана аккуратно, покрашена ровно, состав доломит. На выбор 2 варианта. Первый это курочка в крапинку и второй вариант курочка в горох. Купить эту курочку рябу можно в Fix Price за 199 рублей. Свеча, сделанная в форме яйца. Состав парафин, воск, хлопок и краситель. Цвета в ассортименте, цена 27 рублей 50 копеек. Производитель Россия, город Рязань. Декорация пасхальная, высота 26 сантиметров. Смотрится красиво, аккуратно сделано. Состав пенополистирол, полиэтилен, полиэстер, сталь и джут. Цвета в ассортименте, всего 4 варианта. Производитель Китай, цена декорации 99 рублей. Форма пасхальная, в упаковке 6 штук. Состав мелованная бумага. Внутри на обороте этикетки есть рецепт пасхального кулича. Такие формы стоят 77 рублей. Форма для творожной пасхи сделана из пищевого полиэтилена. Высота 10, ширина 12 сантиметров. Производитель России, Саратовская область, город Энгельс. Цена 27 рублей 50 копеек. Декорация, набор пасхальных яиц в упаковке 6 штук. Состав полистирол, полиэстер. На каждом яйце есть декоративная ленточка. Так что эти яйца можно еще повесить и использовать их в качестве декора. А еще плюс в том, что эти яйца невозможно разбить. А еще как вариант такой набор подойдет для игры в магазин. 4 цвета в ассортименте. Производитель Китай. Цена набора 99 рублей. Детский пасхальный набор для творчества. В набор входит 6 белых яиц с контуром и 5 фломастеров. Состав полистирол, полипропилен и бумага. И, кстати, как вариант, вместо фломастеров можно использовать краски. Я думаю, такой набор понравится не только маленьким деткам, но и дети постарше с удовольствием будут раскрашивать такие пасхальные яйца. И, конечно, плюс в том, что они не разобьются. А еще большой выбор декоративных пасхальных наклеек. Самый большой набор, здесь целый лист размером 30 на 19 сантиметров. Наклейки среднего размера, блестящие, переливающиеся, состав ПВХ. Детям такие точно понравятся. Стоят такие наклейки 55 рублей. Еще один набор наклеек, размер 21 на 14 сантиметров. В отличие от предыдущего варианта, эти наклейки объемные. На одном листе примерно 25 наклеек. В ассортименте есть цыплята и пасхальный кролик. Цена такого набора 55 рублей. Еще один набор наклеек, размер 14 на 21 сантиметр. Состав ПВХ-ПЭТ, в одном листе около 30 наклеек.
На выбор есть цыплята, утята, зайцы, бабочки и пасхальные яйца. Цена набора 55 рублей. Набор переводных картинок. Подойдет для декорирования белых, коричневых и окрашенных водоотталкивающими красками яиц. Все, что вам понадобится, это ножницы, губка, салфетка, холодная вода, сваренные яйца и 10 минут времени. Подробная инструкция есть с обратной стороны упаковки. В этом фикс-прайсе я нашла 8 разных видов таких переводных наклеек. С цветами, птицами, медведями, зайцами и листьями. Очень красиво смотрится. Купить такой набор можно в фикс-прайсе за 50 рублей. И еще один набор наклеек называется «Пасхальные узоры». В наборе 38 наклеек. И, кстати, это единственные наклейки, которые сделаны в России. Производитель — город Москва. Цена 18 рублей 30 копеек. Пасхальная декорация — подвеска, высота 60 сантиметров. Сама декорация выполнена из дерева, а веревка из полиэстера, полистирола и джута. На выбор 4 варианта, производитель — Китай, цена подвески 99 рублей. Декорация — пасхальный топпер. В наборе 2 палочки, на конце каждой прикреплена деревянная фигурка. Состав — дерева, полиуретан и бамбук. Цена набора 77 рублей. Декоративные фигурки цыплята в упаковке 6 штук. Цыплята совсем маленькие, высота всего 5 сантиметров. Состав — полиэстер, полиэстеровое волокно, полипропилен и полирезин. Цена за набор из 6 птенчиков 77 рублей. Еще один пасхальный набор. В него входят морковки, бабочки, цыплята, зайцы и пасхальная корзинка с цветами. Наборы между собой немного отличаются. Состав — полиэстеровое волокно, полиэстер, полистирол, пенополистирол, пенька и бумага. Всего 3 варианта. Производитель — Китай. Цена набора 149 рублей. Набор пасхальных яиц в тубе в упаковке 6 штук. Сделаны из полипропилена, полистирола и полиэстера. Сверху покрыты блестками. Есть ленточка. Цена набора 99 рублей. Клипсы декоративные, курочка. В наборе 6 штук. Цена 99 рублей. Букет из пасхальных яиц. Цена такой декорации 99 рублей. Веточка пасхальная, длина 44 сантиметра. Аккуратно сделано, смотрится красиво. 4 цвета на выбор, цена одной веточки 77 рублей. Венок пасхальный, диаметр 24 сантиметра. Состав — полиэтилен, пенополистирол, полиэстер, сталь и бумага. Цена 199 рублей. Набор для творчества, роспись по дереву, пасхальный сувенир от торговой марки Лори. В набор входит деревянная заготовка, краски, кисточка и подробная инструкция. С помощью данного набора деревянную заготовку можно превратить в яркую игрушку. А также красиво оформленная поделка станет отличным подарком к светлому празднику Пасхи. Всего в этой серии 6 разных наборов для творчества. Производитель — Россия, город Ярославль, цена набора 99 рублей. Также в фикс-прайсе большой выбор пищевых красителей для яиц. Самый недорогой краситель, здесь 4 цвета, стоит всего 5 рублей. Набор пасхальной мимимишки, сюда входят декоративные наклейки и 4 пищевых красителя. Такой набор стоит 27 рублей 50 копеек. Пасхальный набор «Золотой лучик» с золотыми красителями в упаковке 4 цвета. Второй вариант — серебряные брызги с перламутровыми красителями. Цена набора 27 рублей 50 копеек. Набор металлических красителей в упаковке 3 цвета можно купить в фикс-прайсе за 50 рублей. Красители пищевые сухие для кондитерских изделий и пасхальных яиц. В набор входит 5 цветов плюс перчатки. Продажи 2 варианта, между собой наборы отличаются цветами красок. Цена 50 рублей. Набор «Жемчужная Пасха». Состав — 3 смеси для окрашивания, перчатки, наклейки стразы и декоративные подставки для яиц. С обратной стороны подробная инструкция по окрашиванию и декорированию яиц. Этот набор самый дорогой, его цена 77 рублей. Пасхальная подставка для кулича и яиц. Легко и быстро собирается, сделано полностью из дерева. Состав — фанера, березы, картон и ХДФ. Изготовитель — Россия, город Москва. Цена 77 рублей. Тарелка пасхальная. Сюда поместится один большой кулич и 12 яиц. Состав — плотный пластик, полипропилен. Есть отметка о том, что можно использовать для пищевых продуктов. В ассортименте 4 цвета. Производитель — Россия, город Белгород. Цена 249 рублей. Большой пазл на 1500 элементов. Детали достаточно мелкие, поэтому собирать этот пазл будет нелегко. Размер готовой картинки 67 на 48 сантиметров. Производитель — Россия, город Москва. Цена пазла 199 рублей. Интересная и полезная новинка — интерактивная папка с заданиями. Такая интересная папка с заданиями не просто увлекательная и развивающая игра. Это современный взгляд на образование детей. Внутри интересные карточки с фактами об окружающем мире, игры и задания, а также раскраска-гармошка. С помощью этих заданий ребенок развивает логику, мышление, память, мелкую моторику и речь. А еще это отличный вариант занять ребенка в долгой дороге.
Например, если вы едете в путешествие на машине или на поезде. В этой серии 7 разных книг с разными заданиями. Издательство «Малама-Лама». Купить такую папку с заданиями можно в фикс-прайсе за 99 рублей. Лампа настольная с гибкой ножкой, благодаря которой угол наклона освещения можно регулировать. В комплекте идет USB-кабель, длина которого 100 см. Два варианта работы. Первый – это от сети. И второй от 3 пальчиков батареек, в комплект они не входят. Сенсорная кнопка включения и выключения. У лампы 3 режима яркости. Светит хорошо, световой поток 120 люменов. Состав лампы ABS, ПВХ, сталь, полистирол, стекло и медь. Срок службы светодиодов, гарантированный производителем, 30 тысяч часов. В основании лампы есть небольшой отсек или по-другому контейнер, который можно использовать под аксессуары или под косметику, если она небольшого размера. В ассортименте лампа в розовом, белом и мятном цвете. Не знаю, насколько долго прослужит, но качество исполнения мне понравилось. А еще очень удобно, что есть возможность работы не только от сети, но и от батареек. У нас есть похожая лампа, мы тоже покупали ее в фикс-прайсе. Ей больше года, она работает, и с ней все в порядке. Купить такую лампу можно в фикс-прайсе за 249 рублей. Еще одна новинка в отделе освещения – светильник светодиодный с пультом управления. В набор входит сам светильник, пульт и подставка для пульта. Состав ABS – пластик, полистирол, ПВХ и сталь. С обратной стороны светильника есть двусторонний скотч, с помощью которого светильник легко прикрепить. Для начала работы вам понадобится 5 мизинчиковых батареек, 3 в светильник и 2 в пульт. В комплект они не входят. На пульте управления всего 4 кнопки. Две верхние – это кнопка включения и выключения. Следующая кнопка – это яркость свечения. Всего 2 режима. И четвертая кнопка – это таймер 30 минут. Если на нее нажать, освещение выключится через 30 минут. Такой светодиодный светильник можно использовать в качестве дополнительного освещения на кухне, в шкафу, в гардеробе, на даче или в детской комнате. Световой поток 50 люменов, срок службы светодиода в таком светильнике 8000 часов. Дистанция пульта управления до 6 метров. Продажа только в белом цвете, производитель китайца, на светильника 249 рублей. Органайзер для косметики и аксессуаров. Продается в разобранном виде. Для сборки понадобятся силиконовые кольца, которые идут в комплекте. Высота органайзера в собранном виде 21 см, диаметр 20 см. Состав полистирол, сталь и силикон. У органайзера удобное вращающее основание, а высоту полок можно регулировать самостоятельно. За счет этого сюда получится поместить практически любые по размеру флаконы и тюбики. Конструкция собирается достаточно легко и быстро. В целом все сделано аккуратно. Органайзер смотрится лаконично. В ассортименте органайзер черного и белого цета. Производитель Китая, цена 199 рублей. На сегодня это все. Надеюсь, что видео понравилось и было полезным. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Желаем отличного дня и прекрасного весеннего настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока!